Всем привет! С вами Павел Мясник, и мы продолжаем проходить арену. И у меня для вас не очень радостные новости. Меня прокляли в прошлых сериях. И статистика у меня уменьшилась как могла. Но также я ее попытался восстановить как мог. А именно, накупил себе новой крутой брони. И сейчас что мне нужно сделать? Закупиться перед следующим подземельем хилками. И забрать оружие, которое я отправил на починку. А именно сюда зайти за мечом. И чуть-чуть дальше надо будет пройти, чтобы забрать лук. Ну, собственно, и все, в принципе. Так, вот она, репэйр, починка. Смотрим. All ready. Погнали. Все, спасибо тебе, кузнец, громаднейшее. Так, надеваем, соответственно, наш меч. Как я по нему скучал. Обидно мне, конечно, что я лишился большей части характеристик, но шмотом я ее себе, в принципе, более так-менее восполнил. И, по-моему, вот в этом месте я еще оставлял оружие. Если мне память не изменяет, сейчас точно гляну. Нет, вот здесь вроде бы. Такс. Что-то я совсем запутался. Погодите-ка. Что это? Не, она не открывается, покер, значит. Надо обходить, что ли? Ну, да ладно, в принципе, тут недалеко. Нет, по-моему, я не здесь все-таки оставлял, но все равно, ладно, загляну. Ничего со мной так не случится, если лишний раз гляну. Нет, у него все по стандарту, значит, не он. Там должен быть другой типок. Насколько я помню. Сейчас, вот здесь он должен быть. Как мне туда забраться? Сейчас. Пробежаться сейчас попробую вот сюда. Так, вот я опять к началу вернулся, ёк-макарёк. Что же мне делать? Так, спокойствие. Вот, по-моему, здесь. Отлично, вот он и он. Гони мне мой лук. Да ёб твою дивизию, блядь. Все, молодец. Отлично. Так, теперь осталось найти гильдию магов. Ну как найти? Она у меня, по-моему, здесь отмечена. И закупиться у них хилками. Так, где здесь у меня маги поблизости? Храмы, не то. Да неужели я здесь не отмечал ни одной гильдии магов? Так, это уже проблематично, реально проблематично. Ладно. Такс. А, у меня гильдия магов немного в другом месте, придется чуть-чуть прогуляться. Там самая крутая, кстати, гильдия магов, поэтому... В принципе, вы не пожалеете. Точнее, я не пожалею. Потому что, чем круче маги... По-моему, они в Винтерхолде, да. Погнали. Винтерхолд. Ну, тем более немножко прогулялись. Какое там у нас сейчас время? 5.29, 90 эра. Вот круто. Да, история. Вот чем вот примечательна вообще вот серия TES. Разработчики создали уникальную просто вселенную, неповторимую. А мало того, что они создали крутую игру, так они еще и добавили к ней такую предысторию. Если вам интересно, я как-нибудь могу серию сделать, где прочитаю все абсолютно, связанное с историей, и
Блин, забыл, что ночью нельзя творить дела. Ладно. Сейчас надо подождать. Блин. Ладно, сейчас вот так сделаем. Давай, Fortress of the Ice. Погнали. Отлично. Помните это место? Такая ностальгия. Но мне сейчас не сюда. А мне надо обратно. Надеюсь, сейчас будет день. Ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай. Собака. Опять ночь. Ну, в принципе, не такая уж и ночь, но... Сейчас точнее гляну. 5:30 утра, ну кто здесь откроется? Так, ну давайте подождем часика 4, чтоб уж наверняка. Бля. Так то что, ночь была, что ли? Меня сразу начнут атаковать зверские типы. От души просто. Так, ну я это вообще не планировал. 11:14 ночи. Ладно. Мне надо обождать тут... Черт. Мне надо обождать примерно сейчас часиков 8. Ну, 7. Пусть 7. Не, ну мне так просто здесь это сделать не дадут, естественно. Так, 28 голда и все. Ладно. Ну, пока шмот подбирать не буду, в принципе. Еще есть где-то. Где я? Парень. Сука, долбоеб. Ай, блин. Надоели, надоели. Реально надоели, ребятки. 4 часика давай. Не, а утро когда-нибудь будет, блядь. Так, еще. На 4 часика. Так, сколько времени? Гильдия магов открылась. Да, теперь она должна была открыться. Погнали. Все, насколько я помню, мне сейчас сюда надо. Да, именно сюда. Так, главное ее сейчас не пролететь. Так, ну я ее не пропустил, отлично. Заходим. Сейчас вы на мне так наваритесь, козлы. Ну что же делать? А, тут один козел стоит. Ну, давай. Вот есть какой-то магический шмот. Эльфийский амулет, мифрильный элемент, адамантиевый элемент. Я сейчас пересохранюсь, а потом я, в принципе, к тебе зайду. У него есть белт удачи за 15500. Ни хрена себе. А у меня такой белт, я, по-моему, за 2000 продаю. Потом... Браслет ледяного шторма, кристалл хилинга. Интересные шмотки, а мне как раз на них хватает. Но для начала я все-таки закуплюсь по стандарту. Вот им даже стамины есть, прикольно. Да, тут, кстати, есть еще... Вот... От Курдираса, то есть от... блин, а... Тут есть даже от вот парализации, ну да ладно, в принципе. Мне это не так важно. Мне сейчас надо обычные паутины хила купить. Но там еще есть и супер крутые, но у меня пока хп не так много. Так, давай в соточку. А, 99 ты только можешь, да, продать? Ну, естественно, мы торгуемся. Давай за 4000, сука. Нет? Ну, давай 4300. Опа. Ну, давай. 4300. Да, это хорошая идея. Ты должен согласиться. Так, еще последний разок.
только давай сейчас не подведи меня и помоги. Сука, вот так и знал, что это был последний ворот. Так, ну ладно, давайте за эту же сумму возьмем, за которую он нам предложил. Надеюсь, я за нее взял. Так, а сейчас... Так, кстати, проверим. Сколько у меня? 3000. 30 тысяч, точнее. Но это я потом уже на паузу поставлю, проверю. Сейчас мне надо пересохраниться. И все-таки попробовать закупиться магическим шмотом. Так что эта серия, скорее всего, просто будет небольшой такой подготовкой к подземельям в будущем. Так. Ну давай посмотрим, что-то еще есть. Паутин, магик итем. Вот, мне нужен магик итем. У него есть различного рода амулеты. Меня вот сейчас очень интересует кристалл хилинга. Давай, за такую сумму куплю, все равно я потом перезагружу. Смотрим, что это. Где он? Вот, кристалл of healing. То есть 18 черджисов есть. А мы сможем 18 раз, что ли, хилиться полностью, да? Нет, говно, шмот. Так, что-то еще есть. Как говно, мне просто пока так денег не хочется слишком разбазаривать сильно. Так, марка в Cure Potion, браслет скорости, браслет интеллигенции. У меня, по-моему, браслет силы сейчас стоит. Тут есть адамантиевый амулет, самый дорогой. Мифрил дешевле, чем адамантиум. Мне интересно, что если гвоздь, например, удачи купить? Погнали. Смотрим, что это такое. И насколько он круче моего. Хотя, я думаю, не настолько уж прямо много. 15 к удаче, 15 к удаче. Ничего нового. И что же еще у тебя есть? Так, ну 5000 мне в принципе хватит на проверить адамантиевый амулет. Так, ну что? Где он там, адамантиевый амулет? А, будет пониже немножко, точно, точно. Так, вот он. Ну, столько платить только, чтобы на один пункт. Короче, ладно, здесь мне ничего больше не нужно. А, вот еще что я хотел. Может, он еще разок мне продаст хилки? Опа! Так я могу еще, да, закупиться у тебя? Отлично, вот это мне подходит. Такое вот дело. Поэтому я закуплюсь. Столько, чтобы мне хватило... На это подземелье наверняка. Хотя сотка мне вообще должна хватить, но что-то мне вот рисковать не очень хочется, если честно. Так, Путин, Путин, 99 900. Ну, мы знаем с тобой цену. А, походу больше 99 я не могу с собой носить. Сейчас точно. Может, он просто не хочет мне. Так, давай, 99. И давай за 4500 тогда. Ладно, соглашусь на его цену. Да, он с меня взял, и паутины, получается, должны у меня остаться. Да, 198, отлично. И еще разок. Не, ну если я так у него буду покупать дорого, то я просто разорюсь. Да-то. Так, давай тогда 499 опять же. Только давай за 4700. Так, ну ладно, давай тогда
4800, это ты должен согласиться по-любому. Он зажрался, потому что видит, что мне нужен этот предмет. Вот он даже на 4800 уже не соглашается. Ну тогда ладно, я попозже уже к нему зайду. Потому что я думаю, что 198 хилок мне вполне хватит на это подземелье. Да, будет весело, если я ошибаюсь. Ну, в принципе, может сохраниться. Так, ну и наконец-то отправляться уже за третьей частью посоха в Elden Grove. Если я не ошибаюсь, то по-любому в Elden Grove должна быть третья часть посоха. Там вроде что-то в диалогах такое говорилось. Что, погнали. Вот он и родимый нам Elden Grove, Святая Роща. Маленькая хиромантия Elden Grove. Ты остановился около нее. Подземелья хранят секреты многие века. Тут много загадочных коридоров, которые хранят кусок посоха хаоса. Так. Опа, это больше на лабиринты похоже. Когда мы были в самих лабиринтах, там что-то лабиринтов прямо не было. А здесь мы видим явный лабиринт. Вы входите в Elden Grove. Так, еще раз напиши, баран. У него, сука, на то издевательство. Пиши еще раз. Не, ну это... Как я успею перевести... Тварь. Короче, там написались. Вы входите в Elden Grove, блядь. Здесь леса, форест, яблочки, хуяблочки. Все растет. Огороды, вишни, чебуреки продаем. Все продаем. Так что иди нахуй отсюда или покупай. Вот так. Блин, а здесь опасно. И куда мне идти вообще? Так, но как обычно, оно должно быть где-то в углу, по идее. Карта достаточно большая. Вот, ёб твою дивизию. Ладно, пойду сначала туда. Пройду сейчас быстренько. Серию я долгую не хочу делать, поэтому уже... Я уже заблудился, поэтому я скоро уже её завершу. Чтобы записать ещё одну серию, просто чтобы они быстрее грузились. Да, кстати, сейчас посмотрю, сколько она идёт. Да неужели заглючил ком? Вот тварина просто, вот тварь. Что это вообще? Вы видите вот этот экран сейчас?